Ящерицы. Ящерицы питаются насекомыми, червями, моллюсками. Также охотно поедают пчел. Одна особь может съесть до 15 насекомых в день. Свою жертву она может прождать часами. И в тот момент, когда пчела возвращается со взявком, ящерица настораживается, приподнимает голову и быстро и точно подпрыгивает вверх. Несмотря на то, что ящерицы вредители пчел, их нельзя уничтожать. Ведь они поедают до 98% вредных насекомых. Найденную ящерицу около улья следует отнести на 200 метров от пасеки. Свое прежнее жилище она уже не найдет. Улей следует ставить обязательно на подставке.